всех свет вырубила. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет, худо без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно. Blackout. Похоже, замкнул электростанцию Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я... Солнце. У меня для тебя есть роскошный заказ. Как говорят на улице, если Вака дает роскошный заказ, то это говно в обертке от конфеты. Это деликатная история. А есть подробности? Это заказ на убийство. Я что, позвонила Далай-Ламе? Простите, ошиблась номером. Ты в этом говне не первый день живешь, Ви. Знаешь, как тут дела делают. А парень-то правда виновен? Точно заслуживает смерти? Я работаю фиксером, а не прокурором. А что такого он сделал? Протоколистом тоже не работаю. Берешь заказ или нет? Хорошо, возьму. Отлично. Клиент будет ждать тебя на машине на углу 6 и Брэндон-стрит. На машине? Поедете с ним вместе. Он хочет своими глазами увидеть, как ты завалишь этого типа. Удачи тебе.
神経系を傷つける恐れがあります。インプラントは常に最新。
Пора с этим заканчивать, да? Привет. До встречи. И передает мне привет сестре. Передам, если увидимся. Она ведь у меня теперь вся в работе. Это тебе, Ростович? Ослеп, что ли? Логотип Техтроники не видишь? Это СВ-32 Град. Самая крутая снайперка, отвечаю. У меня бой назначен. Ты, Бак? Он самый, мать твою. Ха-ха-ха. Смотрю на тебя и вижу бешеные эти. Поставлю против тебя все, что есть. Ха, я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Эта рука – военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что, засышь и сдриснешь, поджав хвост, или будем драться? Что говоришь, у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия, 300 штук и все для КГБ. Ты смотри, чё, хорошо в пушках сейчас? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Нет, не хочу. Вот если б ставку поднять. Я же сказал. Поставил все, что есть. А ты добавь винтовку. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Ну что, готов? Обосрался уже со страху? Давай скорее начинать. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу?
Так и думал. Разде... Ну что, готов? Обосрался уже со страху? Давай скорее начинать. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Язык вырву. Все, давай сюда винтовку. Да через мой труп. Парни, взять! Поехали!
Thank you.
Thank you.
Considering renting or purchasing a niche for yourself or a loved one? Get in touch with administration at North Oak Columbarium. Тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. И что помешает ее цепному псу сдать нас со всеми потрохами? Он так не поступит. Он человек чести. Да. Арасака только таких и нанимает. Не путай понятие истинной чести со своими жалкими принципами. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Кэмура-сан. О, да. Это он? Твой вор? Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Вам не понравится то, что я скажу. Я хочу знать, что со мной ничего не случится. Не случится, говори. Ты можешь доверять Оде. Ну, хорошо. Это произошло вечером в Кампеки Плаза. Сначала все выглядело как обычная семейная ссора. А потом Юринобу внезапно кинулся на Сабура и начал молчи. Его душить. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетелей его убийства, а твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак. Все верно. В отличие от тебя... От правды тебя... все равно не убежишь. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота.
Ты должен... Простите, а у вас это еще надолго? Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу Сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло, что Ода, я... Ода, пожалуйста, помогите. Мы же просим немного. Одну короткую встречу. Канака сама выберет, верить нам или нет. Не решайте за нее. Помогите нам. Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй, не так быстро. Вас послушать, так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте.